деньги с карты сняли. Угу. Красиво. Я пришла на дежурство, в поликлинику, ну, переодеваться, чтобы мне потом забежать. Мне позвонили вот по этому номеру первому. Позвонили и представили службу безопасности. Что-то он еще рассказал. Ну, ВТБ-банк. Да, ВТБ-банк вот этого всего. И сказали, что у вас с карты проходит транзакция, ну, вот это всего, да? Денег, да, списание. И сказали, вы Дарья Васильевна Козак, и номер телефона мы продиктовали. Ну, боже, мой номер телефона, сказала, что мой. Вы, наверное, там ничего не трогайте в телефоне, у вас сейчас будут приходить смс-ки, вы их не трогайте. И отключился телефон. Потом он опять этот же телефон перезванивает, и говорит, смс-ки получили? Не получил смс-ки. Ничего никому не отдавайте, оставайтесь на линии. И телефон висел, и смс-ки приходят и приходят, он потом отключился. Я побежала, ну, на работу с телефоном, с этим всем. Он говорит, ваши карты при себе, он говорит, нет, не при себе, моих карт нету, они остались в поликлинике. Карт у меня, говорю, нету. Что он спрашивал там срок годности, говорю, я не знаю, у меня нету с собой карты, я уже побежать обратно в поликлинику, я не буду бежать, не могу оставить все это и побежать. Ну хорошо, говорит, это не важно. И все, мне телефон вообще отключился. Потом уже стали с вот этого 52. С другого номера. С другого номера, да, стали звонить и стали. Вот то же самое представился, то же самое сказал, что ему там перезвонил вот с этого номера, там он начальник или кто он там его там. И вот сказал, чтобы он. Все то же самое. То же самое, что и первый, потом уж трубку только подольше, и телефон тоже сказал. Ключи стал отключаться. И списали деньги. И списали деньги. Да, я смотрю, смс-ки приходят списывание. И я позвонила на вот эту горячую линию. Там, конечно, не за 3 секунды, там ждите 5 минут, ждите 10 минут, 30 минут. Ну и в итоге сказали, что вас обманули, да, решение.